ее сибирский хаски Шанталь. Давайте его поддержим. Это ты, да? Отлично. И аляскинский маламут Арчи. Давайте его тоже поаплодируем, друзья. Буквально остаются считанные минуты до старта второй упряжки. Друзья, мы напоминаем, что каждый старт у нас длится 3 минуты, и потом судьи определяют, за сколько, в течение 5 минут в этом промежутке проявились наши участники. Дается 6 минут, и человека будет отчего умная сила будет победить. Так, осталось минута 20 до старта второй упряжки. Итак, друзья, остается буквально считанные секунды. Отсчитываем вместе. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, поехали! Ну что, а мы тем временем на финише ждем. Вот это старт, вот это старт. Я думаю, доберманы так даже не стартовали, как сейчас. Поехала вторая упряжка у нас. Итак, а пока готовится третья упряжка. Анна Александровна Шаповалова и ее сибирские хаски по имени Норд и Тифа. Вот такие прекрасные, красивые сибирские хаски. Но на финише ждут первую упряжку. Это доберманы Патрол и... Уважаемые родители, пожалуйста, убирайте детей подальше от трека. Учите, будут пробегать собаки. Тем временем, друзья, встречаем. У нас первая упряжка. Это доберманы Патрол из Флорайда. Они приближаются к финишу. Давайте их встречать аплодисментами. Пожалуйста, все дети отойдите. Собаки большие. Упряжка тоже не маленькая. Пожалуйста, аплодисментами сейчас встречаем. Шанталя, Арти и Каюра Орлову, Анастасию Евгеньевну. За ваша партия на финише. Вперед, 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 вперед! Оп, 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 оп! Вперед, вперед! Давай, 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 давай! Давайте, друзья, бурными аплодисментами! Обратите внимание, на финиш у нас приближается последняя упряжка. Ее нужно встречать. У женщины уходите бегом, пожалуйста. Друзья, да, расчистите, пожалуйста, финиш. Сибирские хаски, Няха и Джози, и Каюр Самарина Анна Сергеевна. Смотрите, как красиво они бегут. Как будто бы вообще не устали. Это было не 3 километра, а 120 метров. Как будто бегут за золотой. Знаешь, что такое? Закончится.
Поняли, да, в конце последнюю перевырвали, развернулись и пошли обратно. У вас ровно минута, но до первой ошибки. Если ошибку совершили, то выбыли. Итак, готовы? Итак, готовы? Болельщики готовы? Итак, 3, 2, 1, поехали! О, молодец, задело, развернулись обратно. Обратно, обратно. Ой, молодец, аккуратно. Давай, вставай, вставай. Итак, давай, 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 молодец. Продолжай, продолжай. Отлично, отлично. Ой-ой-ой, вот девушка юная. Еще время, продолжай. Давай, с разгоном, бабам. Давай, давай, опа. Нет, все, все, я думаю, хватит, хватит. 28 прыжков совершил молодой Шурен. Друзья, а юная леди сделала 34 прыжка. Поклонные сразу следующие. Два участника. Отлично. Ну, я думаю, здесь сейчас мужчина, да, он, я уже вижу по моему взгляду, но сейчас я...